Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и я сегодня без жены. Точнее, не сегодня, а жена ушла спать, она не выдержала, вот. А, ну, мне надо снимать дальше, то есть, ну, в принципе, продолжаем играть в Beyond. Проблема с видеокартой так и не отпала, потому что многие скажут: «А, ты же записываешь, ты же просил бабло!» Вот, то есть, я взял видеокарту у товарища, поэтому он мне дал, ну, говорит: «На, попользуйся, все равно я уезжаю на выходные», и поэтому он мне ее дал. Так что спасибо тебе, Егор, за твою помощь, если ты смотришь, хотя вряд ли. Вот, и поэтому продолжаем. Продолжаем играть. Beyond Two Souls. Страшно. Боже. Блин, прям мурашки по коже. Мами! Я бы обосрался в постель. Hey, honey. You can't spend the whole day looking out the window. Why don't you find something to do? Хочу отметить тот факт, что разработчики очень здорово сделали окружение, ну, то есть графику, одним словом. То есть я вот смотрю на зиму, и мне прям верится, что сейчас зима. Верится, что вот сейчас Новый год, и прям такое ощущение радости возникло. Вот, так. Надо чем-нибудь занять себе. Можешь матери помочь? Ага, ну тут рисуночки у нас. Печеньки. Can I have a cookie? It's almost dinner time, sweetheart. Ну, уже, ну. Now you won't eat your dinner. Come on, honey, I gotta get dinner ready. Вот так вот, мать всегда занята. Может, это и послужило созданием этого образа, этого персонажа. Вот так-то лучше. Вот это вот светит в глаза свет. Давайте, может, на улицу пойдем. А, не, нет, это не улица, это у нас подвал или кладовка, но она боится. Слушайте, очень... Ага, американцы, значит, ходят не в ботинках, а в носках по дому. Вот так вот, правда, раскрыто. Хайрейне раньше были мысли. Какие-то персонажи можно было нажать, потом посмотреть, что она думает, но тут такого нет. Зато мы можем играть за Айдена. Устраивать девочке Новый год. То есть сделать так, чтобы она не скучала. Разжечь костер. Точнее, мне кажется, это уголек выбросить. А, даже сделать огонь посильнее. Давайте что-нибудь с матерью сделаем. Начала мерзнуть она. Само включается. Видимо, это не первый раз. Сейчас кукушка у нас пробьет. Или... Жесть. Помню, какой-то фильм, там постоянно переводились часы, точнее останавливались в одно время. А фильм это был недавно, фильм ужасов. Если честно, жутковато. Котельная? Нет, котельную нам нельзя. Кстати, она говорила про каких-то монстров, девочка. И мне вообще безумно интересно, что это за монстры. Starlight. Jody? Is everything alright, sweetheart? Yes. Everything's fine. Mm-hmm.
Печенюшки, печенюшки. Сейчас мы накормим девочку печенюшками. Волшебная печенька. Как-то у них овсяное печенье прячут в банку от детей. Не знаю почему. У нас как-то нет такой прям необходимости прятать детей в печенье в России, мне кажется. Опа. Опа-на. Мама-то тоже изрядно очкует. Я бы на ее месте вызвал бы Ghostbusters. Так, ну давайте, может, мы что-то с такой прям вау страшное можем сделать. Из нас отличный полтергейст. Мам, можем мы что? Нет, маме мы тоже ничего не можем сделать. Ой, 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 теряет связь, теряет связь. То есть слишком далеко мы тоже не можем. Ну и что нам остается-то сделать? Это так мило. All better now. Okay, I gotta get back to work, honey. Ну ладно, пойдемте играть куда-нибудь. Не знаю с чем, зачем, но поиграем. Она такая веселая, озорная. Jody, honey, would you do me a favor? Could you get me a bottle of oil from the garage? Женщины. Sure, no problem. Иди поиграй немножко, а потом сгоняй в гараж или куда там. Для маленькой девочки, которая играет с призраком, я думаю, какой-то темный гараж. Не думаю, что будет какой-то прям такой страшный угроз. Ого! Видели? Жесть. Правда, страшно. Я думаю, разработчики поучились у... Прям страшно. У Outlast'а. Как страшно. То ли это детское воображение делать такие вещи. Ой. Боже. А игра называется «Две души». Может, Айден это не единственный призрак? Ну, не знаю, не буду спойлерить. Просто посмотрим. Да, страшно, слушайте. Очень страшно. Hey, sweetheart. Why don't you go outside and play? I'll call you when dinner's ready. А, мы не хотим играть во дворе. Хотя ладно, пойдемте сгоняем. Блин, вообще там так страшно было в подвале. Очень. Так ей надо одеться, да, наверное, чтобы играть. Honey. Я просто капитан очевидность. Вроде зима, такие двери тонкие. Где нам найти курточку? А, вот. Т
то, что нужно. Очень милый ребенок. Тын-тын-тын-тын-тын. Игра очень реалистичная, я бы сказал, по окружению и всему. Ну, вообще, что она показывает. I'm going. Картинка почти фотогенична. Great, now I can be bored and... But you don't care, do you, Aiden? You never get cold. Может, Айден ее будет качать? Ух ты, правда? Это очень мистически, я вам сказал. Потом какие-то дети играют. Играет снежки. I think I just found a way to have some fun. I'm gonna make you pay for that. Take that. Okay, I know we're not supposed to. Come on, we'll just play for 5 minutes and come back. Mom will never know. Что-то не вышло у нее залезть. Правильно, давайте ломать забор. Hey, Joe, do you want to play with us? Да, конечно. Что-то по одному и тому же пуляем. Так, давайте прятаться. Что-то вообще мажем. Это мы попали по девочке, по-моему. И еще раз. Я думаю, тут есть ачивка попасть во всех детей. Вот, поэтому, по-моему, не попадали еще. Хватит с мальчика. Отец ее не очень любит, как я понял. What happened? What were you doing in the street? You know you're not allowed to leave the yard. I saw the other kids playing it. I just wanted to have some fun. What did you do to that boy? Philip. I didn't do anything. I didn't did it. He was trying to defend me. He thought. I'm sick and tired of your stories. Jody, this time you're really gonna get it. And now. Понял, папаша. Не лезь. Go to your room. Now!
Хотя, кто его знает, откуда вообще появился этот Айден? Может быть, это... Он же породился вместе с ней, когда она была, ну, родилась. Следовательно, мама и папа как-то повлияли на его создание. And you know monsters don't exist. But I'll leave the light on and the door open, okay? Get some sleep, sweetie. Боится темноты. Я, кстати, в детстве тоже боялся. Susan, that's a monster. Don't you dare talk about her like that. The things that are happening around her, they're not normal. And they're getting stronger, for the love of God. Susan, what's to stop her from turning on us? Oh, don't be ridiculous. Susan, that thing is like an uncontrollable animal. We have no idea what it's capable of. Look, we have a demon living with us right under our own roof. Susan, this is going to stop. And it's going to stop now, before we end up crazy or dead. We agreed to look after a little girl, Susan. А, на приемные. Вот что. Not this. У них-то детей нет, как я понял. Можно выбрать, на какой бок лечь. Выберем на левый. Можно выбрать на правый. Точнее, наоборот. И засыпаем. Ух ты, ёх ты. There's no reason to be scared, Aiden. We're going to sleep, and nothing is gonna happen. Aiden, кстати, тоже боится, судя по всему, темноты. Мужик, как он может дверь вырвать? Все покалечено.